Да ну нахер. Что ты здесь делаешь? Охуенно! Всем привет, с вами снова я, Мастер Чу, и это внезапно вот так вот в 12 часов ночи я начал, увидел, что я не потратил всю валюту, которую мне надо было потратить, которая давалась в паках, и я просто тыкаю первый пак, и бац! Ребят, я решил сделать для вас видос, раз уж выпал нам Рональдо и есть какая-то движуха именно в разделе FIFA. Давайте разберем 5 моментов для нуба. То есть 5 самых наиболее часто задаваемых вопросов, что и как делается. Поехали. Первый вопрос. У меня закончилась энергия. Что мне теперь делать? Вы можете нажать на энергию и купить ее за FIFA Points. Но это вариант для тех, кто собирается донатить. Для нас же есть другой вариант. Можно нажать на кнопку «Почта» слева в экране и нажать на кнопочку «Смотри». Ежедневно вы можете порядка 10-20 раз. Я не считал конкретно, какое количество раз вы можете пополнять энергию. Но, тем не менее, с помощью просмотра ролика ваша энергия будет по плюс 5 добавляться постоянно. Как сделать радугу, переброс мяча через себя и противника? Для этого необходимо в команде посмотреть в тренировках на статистику персонажа. Если у вас в статистиках в полных дриблинг указан выше, чем 90, тогда ваш герой, замечательный, которым вы играете, сможет сделать этот трюк. Если же ниже, чем 90, то данный трюк вам сделать не удастся. То есть, к примеру, Бейл здесь сможет, а Рональдо нет. Для выполнения данного трюка вам необходимо, нажав на кнопку «Рывок и отбор», то есть вы нажимаете на кнопку «Рывок и отбор», держите ее, либо делаете это в моменте, провести пальцем вверх в сторону кнопки «Подкат». То есть все это будет выглядеть так, что вы нажали на кнопку «Рывок» и провели вверх экрана. В этот момент ваш персонаж выполнит переброс через себя или трюк, который называется «Радуга». Вы мало того, что эффектно обойдете противника, но еще и будете обладать хорошей позицией для того, чтобы забивать голы. Я проигрываю матч в режиме FIFA World Cup и не хочу начинать сначала. Есть ли лайфхаки? Да, есть. Если вы проигрываете по счету, то как только вы понимаете, что вы не вывезете, можете нажать на меню паузы, после чего нажать на кнопку «Сдаться». Данный баг работает на данный момент на iOS, не уверен, что он работает на андроидах, но тем не менее, если вы нажимаете «Сдаться», система не понимает, что вы вышли из матча, именно сдались, и дает вам возможность продолжать заново проходить этот матч. Обычно, если вы просто доиграете матч до конца и проиграете, то вам придется заново проходить все групповые этапы, 1/8, 1/4, полуфинал и финал. Поэтому пока на iOS так, можете пользоваться. Против меня команда с 90 рейтингом, а у меня всего 80. Как мне побеждать? Из-за того, что я достаточно много времени провел последние сутки в FIFA Mobile, более-менее разобрался и выработал свою собственную тактику. Что я делаю? Я стараюсь сделать так, чтобы мяч ушел в угловой. То есть, если я не уверен, что я забиваю, то я вывожу его в угловой. Примерно вот с этой позиции мы наносим удар подкрученный. И, вероятнее всего, в большинстве случаев выбивает его вратарь в аут, что позволяет вам бить угловой. Как пробивать угловой? Данная схема помогает мне играть, на самом деле, как раз-таки при огромной разнице в рейтинге. Что я делаю? Я увожу мяч в угловой, как раз нашим способом, который я вам рассказал. Возможно, способ так пробивать угловой уже 150 тысяч раз и всеми изучен, но, тем не менее, возможно, кто-то не знает из моей аудитории. Вы выбираете точку, вы сразу сейчас увидите, я сделаю даже туда стрелочку при подаче углового, и подаете мяч туда, после чего резким ударом в нижний левый угол забиваете. Меня это спасает, поскольку у меня в рейтинге команд обычных, да, 88, это именно когда вы пытаетесь сделать кумиры, там три игрока мне нужно было сборной Барселоны, одного еще одной сборной. Ну и суть в том, что я забиваю просто-напросто Яшину, у которого рейтинг 100+, игроком, у которого 88. Возможно, данный способ вам поможет. И сейчас смотрим, продолжаем пак опенинг. Там Криштиану Роналдо. И как бы что? Может быть, мне еще и Португалию начать собирать, а? И как это называется? Просто Криштиану Роналдо 94. Это... феноменальный персонаж. Вот эти паки, мировой ИМ, паки
Просто, видимо, какие-то сумасшедшие, не знаю, гарантирован ИМ, вот они. И здесь это все шансовое, то есть Дуглас Коста, Мусаши, Кири, Эриксен, Муай, Жиру, Ракитич, Суарес, Иско, Модрич. Ну, короче, шансы есть на всех, и можно было бы словить этот топовый игрок, которого просто можно было поймать. И, блин, ребят, я не знаю, что мне делать. Может, мне Португалию насобирать? Если что, комменты все внизу оставляйте. И давайте доролим тогда оставшиеся эти моменты. Это какая-то дичь просто. Кейн, 89, Англия, допустим, еще, давай, давай. Прикиньте, сейчас второй Криштиану Роналду будет. Нет. Вау, ну это заявка на сборную Португалии, ребят, я ничего не могу поделать. Это прям заявочка, чтобы Чу начал собирать сборную Португалии в FIFA World Cup. И серьезно, просто два игрока Португалии. Давайте посмотрим, сколько здесь вообще португальцев есть. Так, вот он, раз. Так, 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 так. Может быть, я пропущу, хотя стоп. Я ведь ничего не путаю, он же португалец был, да. Это всего два португальца, которые существуют сейчас в этом паке, и я обоих просто словил. И на самом деле, ну блин, ну давайте посмотрим, кто будет еще. Поулсен, Дания. Окей, и, блин, а из сборной России только Черышев, да, есть и Головин. Давай, о, великий рандом, порадуй меня окончательно, и Дзюба, о, великий рандом, дай мне, пожалуйста, игрока сборной России, хочу Дзюбу или хочу, так, 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 Цапников у меня много, или Черышева, да, давай. Недостаточно валюты, нужно 89, блин, а, ну вот как так, можно найти в наборах или получить. Ребят, если что-то еще отсниму, то обязательно выставлю для вас. Просто, ребят, у нас появилось два охренительнейших игрока из сборной Португалии. И как это называть, я не знаю, Криштиану Роналду в паке, просто, просто в паке. Это просто что-то с чем-то, ребят. Я не знаю, что с ним делать. Пускай он будет. И, скорее всего, я соберу теперь сборную Португалии. И мы видим, что, блин, надо, ребят, надо. Давайте сразу же это по-быстрому сейчас сделаем. Составы создать. Давайте создадим сборную Португалии. Вот он. Нужно 10 игроков и один вратарь. Я понял, мы переходим тогда быстренько в магазин. А кому, ребят, нравится такой формат и немного гайдовый, немного с паками, связанный с FIFA 18, обязательно не забудьте лайкнуть этот видос, подписаться на мой канал и ждите новых видосов, еще более крутых, еще более завораживающих. Всем до встречи, пока-пока. Просто и не создать состав Португалии при Криштиану Роналду, ё-моё, ребятки. Вот она, стандартная сборная Португалии. Мы получаем бонус плюс один мировой состав. То есть, когда ты покупаешь следующий состав, ты можешь купить еще один состав. Блин, это нереально просто круто. Ну, давайте, вот он, моя сборная, составы. Да, вот видим, третий доступен состав теперь. И группа Б, Португалия. Создан новый состав. Боже мой, вы посмотрите просто. И Руи Патрисио тоже здесь. И Криштиану Роналду, причем он нападающий. Он не как обычно ЛФАшка, он не CFD, он нападающий. Блин, я трясу айпадом как придурок. Мне кажется, я сейчас тут что-нибудь снесу. Я действительно нереально счастлив. Это Криштиану Роналду в паке. И, блин, это очень круто. Спасибо огромное за просмотр. Ставим лайки, комментим, если вам понравилось это видео. Всем до встречи.